Уже 4400 человек привиты в университетской клинике Казанского университета. Из них 1700 человек старше 60 лет. О том, как генерал-майор, ветеран войны, вакцинировался в униклинике КФУ, расскажем в нашем следующем сюжете. Как охладил лучше? Нормально? Как комарик? Руку готовьте, пожалуйста. Ага. 1 мая ему исполнится 93 года, а сегодня председатель общественной организации ветеранов, инвалидов войны и военной службы Республики Татарстан Юлашев Ахат Гайнулович принял решение сделать прививку от коронавируса. Я и принял такое решение, сделать эту прививку, чтобы обезопасить себя от этой дурной болезни. Во-первых, у меня возраст, а с таким возрастом, знаете, шутить нельзя. Поэтому и информация такая была от медиков о том, что в таком возрасте, будем говорить, трудно излечить. Заболеть легко, а вылечить тяжело. Поэтому я и принял такое решение, тем более мне помогли вот врачи, которые рассказали, они даже не убеждали меня, а просто рассказали, в чем дело. Почему нужно делать прививку, что она дает и как ее можно перенести. Вы хорошо перенесли, Харган. Заместитель главного врача университетской клиники Казанского федерального университета по амбулаторно-поликлинической работе Ляля Мурадимова отметила, что своим примером Ахат Юлашев активизирует желание пожилых людей прививаться. Многие отговаривают своих возрастных родственников, не понимая, что они тем самым наносят вред. В первую очередь все должны позаботиться о самом дорогом, о здоровье наших близких. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универньюз.